Мы рады возможности участвовать в этом замечательном юбилейном саммите для финансовых директоров крупнейших компаний России. И спасибо огромное организаторам за эту возможность. Наша компания DISGROUP представляет на российском рынке решение всемирно известной компании «Информатика». Это решение, которое позволяет компаниям и организациям эффективно управлять своими данными. Ведь сегодня финансовые директора, особенно крупных компаний, каждый день принимают серьезные управленческие решения, основываясь на той информации, которая содержится в системах этой компании, которая находится в филиалах, которая распределена. И порой очень сложно получить вот эту единую версию правды, на основании которой CFO может принять свое решение. И именно с этой сложностью, с этой проблемой борются решения от информатики. И мы, как компания DISGROUP, мы позволяем компаниям получить всю полноту информации о том, что происходит в их бизнесе, и предоставляем эту информацию финансовым директорам для того, чтобы у них данные были не противоречивые, они были своевременные, актуальные. И те решения, которые принимают финансовые директора, они были в духе времени, они были своевременными, точными и максимальную выгоду приносили их компаниям. Вторая часть, которая может интересовать финансовых директоров в наше время, это мошенничество, это финансовые преступления, это вся та деятельность несанкционированная, которую могут вести как и недобросовестные партнеры, клиенты, даже внутренние сотрудники. И вся эта деятельность, она наносит огромный ущерб, и финансовые директора заинтересованы в том, чтобы бороться, и компания DISGROUP представляет такие решения, которые тоже основываются на решениях информатики для борьбы с финансовыми преступлениями, с мошенничествами. И мы очень рады представить наши разработки и разработки компании информатики на этом саммите, побыть и пообщаться с столь влиятельными и интересными людьми, поучаствовать в диспутах и дискуссиях. И особенно приятно спонсировать вечернее мероприятие «Гала-ужин», который будет такой яркой, запоминающимся моментом во всем этом мероприятии. Спасибо всем огромное. И хотим пожелать удачи участникам в их ежедневной работе. Используйте наши продукты, используйте наши решения, и ваша компания будет более эффективная, более управляемая, и вы будете приносить максимальную пользу и своему гендиректору, и своим акционерам. Спасибо большое.